У нас кубок матрицы, и мы играем круто. У нас подожди, сколько? 106. Минус 180. Подожди, сейчас скажу. 106. Так, минус 80. Минус. Подожди, минус 8. Подожди, я скажу тебе сейчас. Угу. Так, так, плюс 120, а тут минус, тут 0. Так, 120 плюс минус 200. Значит, минус 320. Плюс, подожди, минус 80. Минус 80 и плюс 40, значит, минус 40, минус 40 плюс минус 120, минус 160 и минус 180, минус 340. Поняли, как играть надо? Минус 340. Ну, у нас рост хороший был. Минус 190. Сегодня играем Александр, я и Надюша. Надюша пока вышла. Мы показали высокие умственные способности. Да. Нет. Высокие интеллектуальные способности. Мы играли, написав все, что мы, какие ответы у нас возникли. То есть, смотрите, минус 190 первый тур. Минус 252, но почему-то нам засчитали только 80. Нет, нам что-то засчитали, что мы не знаки вопроса ставили. Знаки вопроса, а нам их засчитали. И тут минус 340. В общем, мы победили с конца. Да. Первое место. Задача была получить шоколад. Да. В общем, мы рисковые ребята. Наши призы. Да. Это шутка. Не верьте, да. Да. Маяковского 13. Да. Что же нам сегодня дарит? Маяковского 13. 280 баллов в третьем туре. Таких несколько. Да. В сумме 1110 баллов. Еще чуть-чуть бесплатно. Так и бывает. ПФНЛ. Шестое место, серебряный чемпион сегодня и подарок от Минкорпуса Арифлейм. Выложите, пожалуйста, таблицу. На нашу огромную компанию. И первый, конечно же, и Монолит. Я приглашаю. Четыре призера. Итак, с результатом 2140 баллов первенство сегодня вышел ежик из тумана. На втором месте, благодаря мощному рывку на финише, они взяли больше всех в третьем туре, 880. Третье место две команды заняли, общество трудовые резервы и Монолит. На третьем месте, ребята, общество трудовые резервы и Монолит. А мы на почетном последнем. Минус 900. Ничего здесь делить. И поэтому два третьих места сегодня в кубке матрицы. Это Монолит и общество трудовые резервы. Или общество трудовые резервы. Монолит кому как больше нравится.